Друзья, всем привет! Вы на канале Тот самый Шашлычок. С вас подписка и лайк, с меня вкусные рецепты различных блюд. В сегодняшнем нашем меню рыба-горбуша. Делать мы ее будем по уникальному рецепту. Ну, еще название у нее есть такое, горбуша по-царски. Рыбку разделаем, почистим, плавнички, хвост отрежем, нарежем на кусочки по 3-4 сантиметра, это максимум. Хотел снять шкуру, ну, заморачиваться что-то неохота. Пробежимся по специям. Что у нас пойдет в данную рыбу, ну, в посолку. Лимон, сахар, соль, паприка, куркума, перец горошком, перец душистый горошком, гвоздика, кориандр, зира, розмарин, 5-6 головок репчатого лука. Соответственно, крупные специи мы измельчим в ступе. Соль, сахар, паприка, куркума и с измельченными специями все смешаем. Сделаем, доведем до однородной массы, перемешаем. И начнем это все обмакивать, обваливать в этих специях. Складывать мы будем в данный контейнер. Солиться будет рыбка у нас, готовится в холодильнике лежать сутки. Через сутки можно будет ее уже употреблять. Рыба по-царски, горбуша наша мариновалась ночь. Достали ее с холодильника. Вот так она выглядит. Цвет красивый, запах просто бомбический. Обалденно. Великолепная закуска. Так, ну что, проверяем. Уже просто не терпится скушать. Лимончик дал вкус. Просто супер.
Мне все нравится. Просто все идеально. Рыбка недорогая. Так, зачем мне этот нож? Я руками буду. Так, ее раскрываем. Просто прелесть. Так, обязательно нужно попробовать. Божество. Идеально. Просто вкусно. Чё, Симка тоже рыбки захотела? На запах прибежала. Вот такая вот получается горбуша по-царски. Все то же самое, что в супермаркетах, гипермаркетах. Покупайте рыбу свежую. Промывайте, солите. Все специи под видео будут в описании. Делайте, пользуйтесь, удивляйте своих родных, близких. Холодная закуска как на праздничный стол, так и для ежедневного употребления. Ну а с вами был я, тот самый Шашлычок. До скорых встреч на новых видео. До свидания.